Программа «Берега мечты» продолжает знакомить зрителей телеканала «7» с ребятами, которые живут в сиротских учреждениях Курской области и мечтают обрести родителей. Это Артем, он воспитанник второго интерната. Прочитай пример, что получается. 83 плюс 17. Артему 8 лет. На занятия он всегда приходит подготовленным. Невыученных заданий не бывает. Мальчик знает. Списать у соседа по парте или спрятаться за спину одноклассника в надежде, что учитель его не заметит и не спросит, у него не получится. Артем – единственный ученик в классе. Отличник. Все внимание педагога начальной школы сконцентрировано на второкласснике. Они вместе решают простые и сложные задачи, изучают геометрические фигуры, участвуют в дистанционных олимпиадах. Но больше всего Артем любит не математику, а естественные науки. Мы изучаем внутренние части человека. Очень интересный мальчик, любознательный, способный. Он хорошо рисует, хорошо воспринимает музыку. Природное окружение помогает нам много совершать экскурсий, путешествий. Изучать природу родного края, знать все о животных и растениях, отличать ядовитые грибы от съедобных, не обижать лесных обитателей, заботиться о птицах в холодное время года. Всему этому с превеликим удовольствием учится Артем. Мальчик старается запечатлеть увиденное. В этих снимках особое очарование зимней природы. Я написала, сам сфоткал, от меня тень на этом. На снегу осталось. На снегу Артем написал название главной реки Курского края – Сейм. Мальчика поразила ее сказочная морозная красота. Она вся покрыта льдом, но ходить по нему опасно для жизни, предупреждает ребенок и советует лишь со стороны любоваться живописнейшим пейзажем. Сюда мальчик мечтает прийти вместе с мамой и папой. Он покажет им, как необычно выглядят веточки в инее, расскажет, почему его так чарует красота гигантских сосен и необыкновенное спокойствие зимнего леса. А это Илья. Недавно мальчик отметил день рождения. Попросил воспитателя запечатлеть свой праздник на любительскую видеокамеру. А вот и самый волшебный для каждого именинника момент. Виновник торжества вместе с друзьями загадывает желание и задувает свечи. Кстати, в интернате бытует поверье, что дым от свечей уносит желание прямиком на небо. Значит, они быстро сбываются. Но пусть не все, пусть хотя бы одна моя заветная мечта воплотится в реальность. «Я хочу найти родителей», — говорит Илья. Спокойный, доброжелательный, бесхитростный ребенок. Вот. И надо сказать, что уже обучаясь во втором классе, он научился очень многому. Он хорошо умеет читать, писать, очень любит рисовать. И явно прослеживается динамика его развития относительно самого себя. Если, конечно, будет индивидуальная работа с мальчиком, то он очень многого может достигнуть. Илюша хорошо учится, занимается в кружках, любит спорт. Мальчик уверен, что новые родители обязательно будут им гордиться. Он точно знает, что совсем скоро обретет семью. Ведь Дашу забрали, и теперь она живет вместе с мамой и папой во Львове. Значит, и за мной скоро приедут, убежден Илья. Дарья – героиня программы «Берега мечты», которая вышла в эфир в ноябре 2013-го. Любознательная, общительная и в то же время скромная девочка. Любит рисовать, лепить, петь, танцевать. Тогда она призналась, что в интернате есть все, чтобы хорошо жить, учиться, развиваться. Но ничто и никогда не заменит тепло и любовь родного дома. «Вот когда у меня будет большая семья, тогда я буду самой счастливой на свете», – рассуждала Даша. «Я хочу, чтобы у меня была семья». «А кто в этой семье должен быть?» «Папа, мама, дедушка, бабушка». Мечта Даши сбылась. Новый 2014 год она встретила с любящими родителями. А это еще одна героиня осенней программы «Берега мечты». Белокурого ангела зовут Лиза. Добрая, ласковая девочка. В свои 2 года знает, что такое одиночество. От крохи отказались сразу после рождения. В ее мире добродушные бабушки и мамы жили на картинках, в любимых сказках, которые девочка могла слушать часами. Нерастраченную нежность Лиза дарила окружающим, людям и куклам. «Давай мы Лялю покачаем. Какую возьмем? Маленькую. Вот эту. Покачаешь Лялю? Покажи, как ты умеешь Лялю качать. Покачай. Покачай». В январе случилось чудо. Малышку забрали в семью.
Лиза у нас появилась недавно, вот, в принципе, адаптировалась очень сложно, в том плане, что ей было очень страшно видеть такие чудеса, как машина, собака, кошка, там, черепашка, ну, так как у нас это все есть, поэтому для нее это было очень удивительно. А сейчас, конечно, она уже привыкла ко всему, то есть по магазинам по большим ходить, вот, то есть там что-то себе выбирать, что-то, как бы, вот. Нет, она, ну, в принципе, быстро привыкает, любит наряды. Mm-hmm. Вот, она, то есть, такая вот кокетка у нас, она вот надевается, и первым делом, а, какая я красивая. В семье священника Романа Шпака царит светлая и теплая атмосфера. Новогоднюю елку еще не убрали. Лизонька попросила, чтобы зеленая красавица осталась в доме хотя бы до середины февраля. Уж больно вкусно она пахнет хвоей и радует своим нарядом. Девочку поддержали и остальные малыши. У нас 5 деток. 2 дочки, 3 сына. А вот еще один очаровательный малыш – Герман. Мальчика назвали в честь митрополита Курского и Рыльского. От крохи родная мать отказалась в первый день его рождения. Она не дала сынишке даже имени. Брошенным на произвол судьбы ребенком заинтересовались Наталья и Роман. Многие думают, что это желание родилось именно во мне, да, именно как главе семейства. Нет, это желание возникло у супруги моей, в первую очередь, потому что она выросла рядом с детским домом. И с детства она видела этих деток, которые, можно сказать, любого, кого они увидят, называют родители, мамой, папой. И еще у нас не было второго ребенка, она просила, чтобы мы взяли. Она: как ты священник и не берешь? Матушка Наталья при удобном случае упрекала батюшку в том, что он не желает дарить тепло и любовь чужим детям. Мол, своих будем рожать, сколько Бог даст, а как же быть с теми, кто обделен теплом и лаской? Отец Роман решил уступить супруге. Сейчас признается, чем больше в их семье детей, тем больше сердце наполняется счастьем и любовью. Вот такой вот малышочек, вот 4 килограмма. Уже на килограммчик мы поправились, выросли. Вот, любим по дому путешествовать. У папы на ручках или у мамы. Это маленькое чудо – новорожденная Анечка. Самый дорогой и бесценный подарок в новом 2014 году. Сейчас в семье хотят поскорее забыть печальную историю рождения девочки. Малышка появилась на свет нежеланным ребенком. От нее отказались и бросили в роддоме. О судьбе малышки органы опеки железнодорожного округа Курска сообщили Наталье и Роману. Они, не раздумывая, взяли девочку в свою семью. В одночасье у Анечки появилось 3 братика – Нестор, Серафим, Герман и сестричка. Лизонька. Я это воспринимал просто как норма, и дети мои также воспринимают как норма, как нормальное вообще явление для человека. Пожалеть еще кого-то, да, полюбить. Серафим и Нестор – кровные братья, родные дети супругов Романа и Натальи. Незаменимые няньки для малышей, настоящие помощники. Они переживают за каждого, кто живет в этой дружной и большой семье. Чтобы никто не болел никогда, чтобы все было хорошо и чтобы... ничего не случилось с нашей большой и дружной семьей. В этом доме нет места скуки и тоске. Здесь живут счастье, радость и тепло. Здесь сбываются все мечты. Исполнить их просто, говорит отец Роман. Главное – научиться дарить любовь, видеть счастье в малом, собирать его по чуть-чуть. И тогда вокруг нас появится море. Море лучезарных детских улыбок.